Звоните, если была она уже. Веру тоже ты будешь собирать? А сколько мы в рейде по времени? Просто Варенька, ну, говорил, если будет, может собрать. Просто у тебя после норм как-то Гера потом пиздец какой-то получается. Ты заебываешься и рейли. О, это АФК, блин. Помнишь, как Годел пьяный рейлил раньше? Ну он просто не психует. Но ты тоже бывает даешь жизни насчет этого. Начинаешь там, блядь, какие-то ГП кидать, там, блядь, кричать и рельте сами, там, выключать звук в РК. Блядь, я полгода практически не играл с вами, я просто хз. Может, что-то поменялось где-то? Нахуй тебе запоминать, если у тебя, блядь, архив, там уже, наверное, диски назад пиздец, как библиотека. Бафайте там хента паладин. Дайте кулак каску. Блин, дай каску по ханту, а второй ретрик дай, пожалуйста, кулак вместо креста. Есть у кого хламат бот там или? Подожди, пусть кулак вместо креста бафнет ретрик. У нас же два паладина сейчас.
Ну, каску сняли, кулак дали, ну вообще же. Сейчас. С такой ненавистью сказал. Линия уже дала один. Начинаем представление. Да, дал. 50 тысяч долларов.
Бля, я не знаю, короче, подбежал к троим, к сове, потом к магу, блядь, еще к кому-то, никого не смог укусить. Не знаю, что это. А сколько, Гера? 7. Все нормально. Да, и ВК сегодня заебись вообще. Это не факт, что будет ВК. Твоя, блядь, какая вчера РС-ка была, это вообще просто пиздец. Мы уже снесли. Что тебе угодно? Шуйтка зашла. Вообще, вагоном. Май. Хорошо. Больше слава, ты не знаешь, этот Валера просто забил или у него времени нету играть? Продолжайте сражаться, братья!
Тогда на гимн, если что. Все перманент. Хорошо. Ты Вальку снял. Вот. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно, а потом мы покончим с ней. Нападай, красавец. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Сейчас, после боя там как. У него вообще нету пишет. Мое усиление магии на валюту. Подожди, бафов нет, на пристах вообще бафов нет. Хорошо. Я
портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Сейчас. Подавление. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Как же вы хуёво летаете. Леонард, забери, блин. Справа. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Нужно больше ярости. Больше ярости. Я могу использовать эту способность. Сейчас. Сон. Там вы найдете спасение, герой. Файл проспал. Там хилы уже просто дали, да захилили давно. Я открыла портал в изумрудный сон. Я излечилась! Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! Нормально. Что у нас зовут? Попрошу, колечко на танка. Что я курну? Пойду зрачну. Только недолго там. Смотрите, как я хожу по краю, не падаю. Я сейчас даже глаза закрыл, смотрите. О. Левитация кто-то дал. Левитейшн, калифорникейшн. Аниме Монстр. Одно из лучших аниме, которое я когда-либо смотрел. Но это так, чисто. Небольшое отступление от нашего рейда. Ладно, я пошел курить.
должны прорваться к синтезе! Скорей! Остановите их! Хожу в этот инст только ради этой части. Бля, я чувствую, я его выиграю. Кто выиграет этот поезд, то станет властелином мира. Teenage Inferno. Го, пока Войда нет. Я надеюсь, эта чепушила меня не убьет. Сослявый.
Давайте, кто попадет под этот шарик, тот гей. Ты хуже гей, оказывается. Там ты тоже попал. Слушайте, а давайте пока войты нет, я спекну сейчас с танка, хуём Синдру быстренько. Так он будет. Как, ну, так можно будет? Погибни! Короче, давайте быстренько. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Да не мочи, маны нету. Давайте, ешьте, собирайтесь мыслями, давайте быстренько, короче, приходите в себя. Блять, придет и убит. Так, только сами смотрите, что да как. Танк обеспекнулся. Да, да. Так, белим, да, против. Поставьте рыбу, ну. Да. Поебать на эту рыбу. Так, можно даже просто шмот одеть, да? Ага, все, давай, блин. Все, все готовы? Все ману попили? Я не вижу просто. Давай, давай. Не спускаемся. Сука, идет. Блядь, успел. Погибни! Заебись силы. Падайте. Специально по-любому. Падайте, падайте, Макгрегор. Поверни нас. О, отлично. Ой, это ты всех убил, что ли? Ну тебя не было, Макгрегор спекнулся в танк, решили убить без тебя. Ха-ха-ха. Короче, вторая фаза. Нам все тут уже бой скинулся. Ладно, вытащи целый час, что ты ноешь? Что в норме зависит от времени ЕП, что ли, блин?
Даже времени пошло. Начинается только. Ой, дайте каску, блин. Протопал, блин, дай каску на ханта. Что? Повтори еще раз. Пристабав, дайте. И уберите ауру защиты от темной магии, поставьте это льда. И шаманы там тотемами. Ауры нету, тогда шаман тотем какой-нибудь поставь от льда. Поставлю. Извините за нытье. Хил. Опа. Ягер скин, ягер. Кто знает, по КД пуляю. Ну это да. 120 агро, 121%. Кого? Беги, малыш, беги. Понятно. А я говорил, сука. Оптимус.
господина! И погрузитесь в отчаяние! Хорошо. Учите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги, малышка, беги! Следующий под боссом. Беги! И сейчас. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Чилим! Нет, писал, что был на Элема. Че, нельзя? Есть у кого ХПС? Безбожник, блядь. Не, ну так-то я сам это... Блин, горите ХПС. Аня. Что там, на валик ставит ловушку или не надо? Когда сделаю его, сейчас быстро апну до 80-го и пойду. Кто ролил у кого-то Алекс Геры? ГП просто сейчас за этот Алик начислю, да и все. Бонафрит, Бонафрит. Не выдумывайте, забрал Бонафрит, все нормально, у него нет ничего. Он ролик на себя, нет у него никакого талика, не выдумывайте. Да, ну это нет понятно, у просто него говоря, никакого талика. Ягер походу ролил, я не знаю. Ягер ролил. Ну, Машке ролил, но вроде сказали, что Герейдах не ролит на другого человека.
Налика, налика. Так у них черник одинаковый ролл был. Угу. Бонафрита. Черника и Бонафрит. Судьба выжила, Талик не играешь сама. Какая разница? Играй, по алфавиту. Но Бонафрит забрал, у него нет ничего, о чем вообще разговор. Ага. Ребят, а покажите мне, наверное, чтобы человек, у которого буква по алфавиту идет позже, с тем же роллом получил шмотку, чем тот, у кого по алфавиту оно идет раньше. Это сейчас кто говорил? Какой-то никнейм персонажа в рейде? Подождите, шашелька, я там промазал. Символ поставь. Хуец, я обругался. Отойдите чуть-чуть от танка, он рядом стоит с рейлем. Тебе какого духа напулил? Ну просто с БДК проще, там второго обычно. Мишка, я хуй знает, я не играл ни разу. Берлок. Ты спел в паладина. Да, рама еще рама. Не может. Но я просто имею в виду, если ты вдруг сам не диспелишься. Хороший. Огоньки. Короче, на другую сторону, чтоб летели. Да я не приз, там стоит. Я не приз. Кик его. Не хильте его, блядь.
Его хилили. Да у меня нет. Ладно, я не приста, а вот и линии разлил как лужу. Кто разлил? Последний лужи, за который все упали. Последняя лужа на маге тоже была. Последняя лужа была на присте. ДБМ говорит и линия. Кто у нас это по национальности или нет? Это я был. Но на мне не было никакой лужи. Ну, ДБМ, он ДБМ. Я не прист. Нет, вот этот LQBDPL, короче. Да, и хилы еще, слышь, Слава, перебью. Ой, единицы нет, людей, которые был. Стоят в луже, они могут просто выйти, и лужа будет расти. Линия, у тебя есть ДБМ? Есть у меня ДБМ. Нет, не было на мне никакой лужи. Прям перед смертью на мне появился черепок. Да, и все. Это уже когда вы все разлетелись, а все подохли. Присмотрись, кто там до меня был? Войт, слышно меня, нет? У меня вылетел интернет, и я ни в РК сказать не мог, ничего не блинкнулся. Так, кстати, линия ни при чем, там на маге было вот это, которое непонятный ник. А, ну вот, LQBDPL, да-да-да, я пролистал выше. Так. Нет, я не приз, походу, стоял. Базар. Это тикала, она еще первая. Не, тогда. Так там ты ебанулся, что ли, 200 гп за эту хуйню начали. Те же сказал, чувак, типа вылетел, все дела. Просто хилы, не хилься, если вдруг кто-то долго стоит в осквернении, лучше не хилить, пускай сдохнет, потому что лужа растет. Да обычно невнимательность, типа норма, похуй чё. Дайте маги инту. Неужели прибыли наконец? Телег, дайте маги. Мне бросить ледяную скорбь. Спасибо. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что. Блин, ты когда шарку еще уберешь, ты не подбегай к рейду вот здесь, как ты стоял. А вот просто назад отходи, вот здесь, где Хант прыгает. Ты будешь молить о пощаде. Не, мелких тоже можешь забирать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да, Войт, он по шаркам, он может по вурдалакам чуму разгонять, дебил. Дебил. Да, конечно, я ж портопалом не играл вообще ни разу. Жесть ты конченый, я тебе отвечаю, блядь. Какую-то хуйню втираешь нам. Ты, блядь. Да мне похуй вообще. Уёбок, блядь. Крота.
Дави на него, нахуй. Ты на хуйню несешь-то, нахуя, понимаешь, пацанам ты втираешь, поебень просто. Два врудалака, блядь. Конченый, сука. Они ж, сука, слушают и всерьез тебя воспринимают, блядь. Хуесос малолетний, блядь. Кто это был вообще, я не могу понять. Приз. Да не, мне тоже кажется, что это так вот чепушило, зашел просто в аркан. Не говорю кучу, но 3-2 вурда по-любому надо. И в геле тогда также можно. Сука, разверни духа, блядь. Ты только что смотрел на меня. Сорвался ты, вот так повернул просто. Вот это прикол. Я посмеялись. Я огромно. Ладно, стан ничего, дашь ходки на себя накинешь там. Переходим за. Я третьего напулил.
Да я лох. Я даже забыл, как на панели выглядит эта иконка, блядь. Я не играл за Хэнта, наверное, полгода. Черепок с костями. Забей ты хуй на этих ущербов, чё. Не, ну Джесс точно бы этого не делал. Так это может и Джесс говорил. Ты чё ты на пацанов орёшь? Так слышь, тут может человек реально разбирается в механике. Может это с Близов человек? Ты прикинь, разработчики, блядь, так расскажи. Разраб сидит, твой да слушает, думает, ну дурак. Я и рассчитывал. Наградить за этот. Да блять, тут пол гильдии не было в адептах, даже, наверное, больше в этом рейде. Когда Войд дебашил в группу свои тактики, блять, на 800 страниц, блять, с формулами, там пиздец. Да, они даже не знали, что у них такая механика, как ты там расписывал. А я не согласен, она все правильно писала, я просто читал ту хуйню, когда насчет ИВК-шмота разбирались. Он как бы в резкой форме более писал, ну как бы по делу. Разбить эти оковы. Интеус, да. А так это тебе псих, помню, так постоянно писал. Вячеслав, умоляю, возьмите в рейд. Не, он со всеми так общается. Я с ним тоже переписываюсь. Все кончено, сын мой. Олег уже грозится его кикнуть, потому что на него нажаловались там в этом ВК. Видимо, с тобой что-то не то. Не знаю, как по мне, нормальный, вообще адекватный чувак. А вы сейчас про кого? Про Антеуса. За Войда будет один человек, это Войд. Так, давайте шмот разролим, ЕП начислим, а тогда проголосуем. О, таранит, вчерашний лут, кстати. Пиздец, ДК вчера два зова хуя. Гер. С Геры? С Геры два зова. Ай, да Шанан нормальный, просто, блять, его вот эти психи какие-то тупые, я вообще не понимаю. А что тут надо ставить? Этот, а кто вчера два зова забрал за раз? Йо, про СТ или как там? Что-то... Бля, ГЦ ему. Бля, во ГЦ, красава. Я за этой хуйней ходил, блядь, полгода. За один рейд. Это же полгода. Паладину зов, сука, полгода выбивал. Паладин он. Кстати, да, потому что с этой недели я начинаю чекать, и это будет ГП. ГП.
Я давно этого не делал, но надо месяцок поработать. Я такой холеон был, помню, блять, убивали его по 4 штуки нахуй за вечер. Я пойду отдохну, пока твой, да. О нет, умоляю, только не накидывайте мне ГП, прошу вас. Еще какие-то чуваки заходят и хуесуют. Погоди, погоди, Слав. Сейчас. Пошла. Хе-хе-хе-хе-хе.